Этот генератор кислорода помогает дышать пациентам республиканской инфекционной больницы, которые болеют ковидом в тяжелой форме. Станцию установили весной прошлого года, чтобы обеспечить медучреждение собственным кислородом и не зависеть от поставщиков. Система работает автономно в круглосуточном режиме. Она не прекратит работу даже в случае отключения электричества. Для этого предусмотрен генератор, который тут же запустит станцию. Атмосферный воздух с помощью компрессора нагнетается давлением до 6 атмосфер, проходит систему фильтров, в которые удаляются взвешенные вещества и масла, находящиеся в воздухе, затем проходит в осушитель, удаляется лишняя влажность воздуха и непосредственно поступает в систему генератора. После нескольких этапов обработки на выходе получается кислород с концентрацией 95,5%. За одну минуту генератор производит 400 литров. Кислород с концентрацией 95,5% поступает по магистральным линиям, магистральным кислородопроводам в оба здания Республиканской инфекционной больницы Кирова 42 и 44, соответственно, в отделение стационаров и отделение реанимации. До пандемии коронавируса в республике не было подобных станций. Кислород закупали в баллонах. С начала 2020 года власти Карелии приняли решение начать поэтапную установку автономных генераторов. В отличие от источников, в которых применяется сжатый газ, эта система безопасна и экономична. Концентраторы кислорода позволяют ускорить выздоровление пациентов с тяжелыми легочными заболеваниями. Сейчас в больницах Карелии работают 8 подобных станций. В этом году установят еще 3. Наталья Кузьмина, Александр Борисов, служба новостей.